Я в Евпатории. Мы с Виктором доехали. Надо походить, погулять, поснимать. Трамвайчики такие смешные. Вот кто был в Евпатории, знают, что вот там впереди он за машиной железнодорожный вокзал. Ой, когда уже пойдут поезда? Хотя бы до Евпатории. Виктор пошел там по своим делам. Сейчас он меня отвезет на набережную. Или ну, куда-нибудь посмотрим. Я пойду снимать. 15 градусов. Но ветерочек довольно прохладный. Привез меня Виктор к пляжу. Не знаю, где пляж. У меня через 2 часа автобус назад, потому что он поехал дальше. Как бы мне тут не потеряться. Какой гриб. Он тут прям детское такое. На автобусе едет пассажир, водитель. Прям огромный парк. И сосны, и всякие деревья. Ой, какое дерево белое. Ой, какая прелесть, а? Какие-то цветочки маленькие. Да, вот странно, да, видеть в межсезонье никого нет. Все закрыто. Хуторок. Вот на этой набережной я не была. Это, наверное, набережная Горького. Потому что я в прошлом году снимала там, где Терешковы, набережная. А вот здесь я не была. Лебеди. Ну не чудо ли? Там аттракционы, наверное, что ли. Ну, что-то. Да. Какие-то даже магазины работают. Или не работают. Вход закрыт. Готовятся, видимо, к сезону. Плывут. Какие же они прям птицы. Кругом работы ведутся. Thank you.
Мальчишки прыгают. Опа, на песочке тренируются. Отдыхающий Геракл. Какой мужчина отдыхает. Мороженое продают. Первое мороженое в этом году. С сиропом фундук. У них Марио, оказывается, целая сеть. Мы ходили с Алинкой в такую, ели пиццу с мальчишками, с нашими. Теперь мальчишки приедут через 12 дней. Опять будем куда-нибудь ходить, только уже без Алинки. Сувениры. Санаторий, наверное, Победа. Столовая Победа. Дедушки в шахматы играют. Ветерочек задувает. Вот как раз проверим Любаши саранчи ноу-хау. Я тоже на микрофон поролончик приделала. Посмотрим, как будет. Слышно ветер, не будет? Я надеюсь, что не будет слышно. Любаша же плохого не посоветует. Какой дом. Массандра. Дегустация. Вино, чача, коньяк. Нет, не пойдем дегустировать. Да, в Евпатории, конечно, и детям гораздо веселей отдыхать, чем в Черноморском у нас. Тут уже цветут, а у меня еще никак.
я удачно зашла в секонд-хенд. Ой, накупила. 2 отреза ткани новую взяла. Наволочку новую. Очень хорошую. Тунику себе широченную. До дома-то ходить сейчас на участке. Под зебру. Очень удачно. Что я уже на автовокзале. Вот что хочу сказать. Блин, телевизор этот с рекламой. Я очень удачно зашла в магазин от Икеи и купила себе крючки. Да, это не стулья, это крючки мои хорошие. Не купила в Питере, а потом очень пожалела. Никаких усилий. Заказывайте личный культиватор. Вот я вернулась. Мало того, зашла в пуд, а там мои девчонки. И у них такси ждет сейчас. Сейчас они меня до дома довезут. Хороший денек. Сегодня в Симферополе было 17 градусов тепла. Хотя ночью был заморозок. Все, мои золотые, устала как собака. Спасибо, что проехались со мной. Походили по Евпатории. Пока-пока.